Здравствуйте, это канал Максимадзе, и снова этот модный летсплей в Майнкрафте с Андреем. Короче, 13-я серия. 13-я серия, да. Если мы ничего не путаем, потому что снимаем мы все под... Мы снимаем серии тупо подряд, короче. Мы за... Это уже, по-моему, 7-я серия за этот день, блин. Нормально так. Да. Захотели ребята в Майнкрафт поиграть. Переусердствовали чуть-чуть совсем. Андрей строит, я смотрю, шикарный дом себе. Давайте и заглянем в него, посмотрим, что у него здесь. Неплохо, неплохо, но не будем мешать ему в этом деле, а займемся своим домом. Нам еще крышу дальше надо делать. Заметь, я уже первый этаж поставил очень быстро практически. И, короче... Ага, так, вот здесь еще нужно. Ну, здесь тогда еще поставлю такую штуку, что нет. Это пойдет на окна. Во, красота. Что думаешь? Так, да, красота, я согласен. Так, пока я, короче, направлюсь в акационный лес, мне надо в саванну, точнее. К саванну, а не акационный. Ты бы еще сказал аукционный. Аукционный. Мне надо еще акации. Если там будет где-нибудь по пути, это... О, цыпленок вылупился. Темный дуб, мне надо темного дуба да. Опять. Да, но мне акация нужна сейчас. У меня есть полно темного дуба вокруг. Хотя, впрочем, одного дерева, наверное, хватит. И больше мне акация не пригодится. Да, все. Можно домой возвращаться, больше акации мне не нужно. Ну, во всяком случае, пока. Наверное. Так, сколько там камня нового наплавилось? 26 штук. И серии за серией занимаемся вот этим созданием каменных кирпичей и ступенек. Блин. Да уж, и я, у которого дом строится махом практически. Зато дом строится. Потихоньку, полегоньку. Ты, я смотрю, горд очень с собой. А что нет? Если домик получается красиво. Да. Тут не поспоришь. 28 штук. Пора их устанавливать. После окончания строительства дома надо будет отправляться уже в другие измерения. Надеюсь, что я успею построить дом до этого момента. Хотя ты пока крышу ставишь, я уже почти первый этаж. Во всяком случае, у меня уже... У нас уже есть портал в ад, и уже... И, в принципе, уже есть все ресурсы для создания портала в сумеречный лес. Так, а у меня еще лестница есть? Есть лестница, есть чем строить второй этаж. Неплохой у меня дом получается-то. Можно сказать. Сколько ты уже это раз сказал? И я сколько раз это уже сказал. Красота. Так, просчет возник у нас. Согласен. Ладно, у меня вниз. Тоже. У меня тоже. Зря я спрыгнул. Не все гладко, зря да? Я сейчас спрыгнул вниз, блин. Блин, доска ну, упала на землю туда. Мне. Ладно, ничего страшного у меня. Я не расстраиваюсь. Надо строить. Что она не ставится-то? Я уже второй этаж начинаю по чуть-чуть. А это хорошо. Сейчас пока пол второго этажа застилать буду. Ура! Кусок второго этажа есть. Сейчас надо будет... Так, ровно хватило для начала второй половины крыши. Сейчас хоть секторами разбиваешь, когда постройку проще строить.
Я, кстати, не знал, с чего начать дом Так, строить. гоблин, надо убить его срочно. Слушай, а давайте земляные осколки пооставляем, вдруг они где-то понадобятся в каком-нибудь измерении. Еще раз скажи, я из-за гоблина нифига тебя не услышал. Я говорю, давай эти земляные осколки оставим, вдруг они понадобятся где-нибудь в каком-нибудь измерении. Хорошо, я у тебя на складе их положу. На каком складе? Который склад или который дом? Который склад, естественно. Так бы я бы сказал, база. На базу лучше складывай их. Там я потом буду сундуки Ах, разбирать. ладно, иду перекладывать. А еще Ты, надо кстати, если жрать. можешь, скрафти побольше рамок. Нам надо будет очень много рамок. Я догадываюсь, зачем. Или таблички можешь какие-нибудь. Да, на рамками было бы проще. И типа предмет туда просто класть. Ну да, что более понятнее, я бы сказал, было это. Ну да, логично. Так, вот доска, которая упала. Окна я забыл поставить. Да, вот. На всю крышу этого явно не хватит. Еще надо будет булыжник идти копать. А у меня вот к концу подходит полублоки. Что-то закончился. По чуть-чуть. Так, сколько у меня полублоков, блин, осталось? Прикольно. У меня осталось буквально... Так, ладно. Ко мне так, пока... иду нормально за новым булыжником. Ты где булыжник, кстати, копаешь? Мне интересно стало. В этом, в проходе в твоем. В каком? А, который я тогда раскапывал? Да. Сейчас, пару секунд. А, нет, тут ничего пока не буду. Короче, проход вот здесь тоже будет, но пока не знаю, что я в нем сделаю. А пока спускаюсь вот сюда. Что у нас здесь дальше, что проход называется, господи, ну ты и назвал, конечно. Ну а как по-другому? Я не это подвал изначально же? Шахты называл. Я это изначально шахты считал. Для добычи полезных шахты ресурсов. Я бы не назвал это. Ну знаешь, если углубиться, то будет вообще-то шахта. О, уголь, смотри. Если углубиться, то да. Уголь. Можно, кстати, здесь прокопать проход в то самое ущелье, про которое я сказал. Ну прокопай, может быть ресурсы. Но надо точные просчеты составить. Составить. Без просчетов никак? Ну, я думаю, да. Так, я не знаю, правда, куда это ведет сторона. Это что за дверь? Ты куда еще... эта дверь? А это что такое? Нифига, начал раскапывать, конечно. Да здесь по... У тебя здесь где-то рядом кори... А тут портал в ад, что ли, где-то рядом? Да, там портал в ад в подвале у меня. Нормально так, конечно. Развернулись в твой дом, можно сказать. Так, если это твой дом, логично же, что это где-то прям рядом будет. Бе, бе, постоянно слышу вот это, блин. Чё, да, овечки? копать от этого ущелья до подвала очень долго. Но зато ресурсы будут, ты чё? Так, ладно. Понадобится день или два, чтобы докопаться. Да, чё? Нас двое. Игрового времени, я так не могу сказать. Ну, нас двое. Кирку в зубы и погнали. Угу. В руки. Хотя я бы сказал. Надо теперь как-то спуститься туда. В ущелье? Да. И там и начать копать там, но. Хотя, наверное, сейчас лучше поспать будет, чем начать копать. Ну да. Сейчас я тогда здесь доставлю последний ряд. Так. Все, бежим спать.
Так, я уже в доме. Я тоже. Плю. Отлично. Так. Куда камень? Так, а теперь я иду, чтобы попробовать прокопать из этого ущелья проход. Шахтер, блин. Мастер шахтер, нет. Мастер по прокладке туннеля, блин. Шахтер. Вообще это моя специальность, по идее, которой я отучился. В реальной жизни, в смысле? Да. Ну да. Ну а я говорю в данном случае про... Я говорю рабочий, по идее. Но тут, кстати, есть вода для того, чтобы спускаться. Буква в это ущелье. Удобство. Две буквы У. Удобство. Удобное ущелье. Пусть будет. У-у-у. Будем называть это так, да? У-у-у. Боже. Так, ладно. Короче, начинаем копать проход в УУ. Начинаем копать проход в УУ. Боже мой. Как смешно. Ай, блин, господи. Люди по 20 лет, им смешно. Ну, тебе 20 лет, мне-то еще не 20. Это я старый, да, с меня песок уже сыпется. Сыпется. Чё сейчас за звук был такой? Я ничего не слышал, ну... А, ну хотя как я мог слышать, я далеко от тебя. Я тебя даже на мини-карте не вижу. Блин, темные пятна, вот они мне не нравятся. Надо, короче, пятна. Переложить вот так вот. Ой, здесь... Нифига себе, это что еще такое, блин? Где? Обалдеть, это вот ничего себе, какой глубокий водоем тут. А, это... Это тоже... Это, а, это тоже пещера, это я из ущелья копал в пещеру себе. Тут оказывается... Тут оказывается в водоеме в этом еще пещера. Это... Вторая часть ущелья этого идет. Норм, а я там начал копать, блин, проход. И как я теперь туда прокопаю, чё, блин, нормально. Но придется тут блоки, короче, ставить, чтобы продолжить проход. Если этот проход теперь вообще найду здесь. Я его не вижу. Ладно, придется подняться по воде и обратно вернуться в то ущелье. Точнее, вернуться в УУ. УУ! Я еще склад толком не достроил, уже дом строю. Да. А, вот где этот проход был. Только вот как я буду строить, если я тут задыхаться под водой сейчас буду. Короче, нет. Я не буду здесь строить проход. Я буду вот здесь прокапывать, чтобы в водоем не въехать. Я бы на том месте бы из дома бы копался. Мне надо просто рассчитать расстояние ущелья этого. Удаленная работа. Работа на дому. Блин, и здесь водоем тоже. А, я же это сейчас прокопаю, вся вода выльется на меня, блин. Ой, ну замечательно. И как копать проход, если тут везде вода? Так, надо из другого места, короче, здесь копать. Толстый. Потому что копать план прокопать проход здесь резком провалился. Здесь вода везде. А если. А здесь тоже под. А здесь тоже вода глубокая. Здесь и больше шансов прокопать. Лучше в эту сторону копать, наверное. Ой. Промахнулся.
выходом. Интересно, сколько у меня кирпичей осталось на постройку дома? Лол, у меня нету ничего. Да что ж такое, опять я угодил в воду. Ну, значит, тебе просто везет так. Не, наоборот, точнее. Так, два стака еще есть у меня. Надо... Где этот проход? Его завалило, что ли, только что? Теперь в ту сторону немного. Ай, упал. Красавчик, поздравляю. Ну чё, мы не отчаиваемся? Да. Так. Аккуратно, просто не разгоняемся, вот и всё. Кстати, вспомнил это. Вот то, что я сейчас делаю, я вспомнил, короче, эпизод из мультфильма «Мадагаскар». Какой? Из первого «Мадагаскара». Ну, что там было-то такое? Короче, пингвины... В Нью-Йорке пингвины под землей копали вход в Антарктику. Нормально. Ну, естественно, никуда не докопали. Они, короче, прокопали вверх, и там... И там... Зебру Марти спрашивают сюда. Ты, копытная, шпряком взлимлишь? Что это за континент? Манхэттен? О, фугас мне в глаз. Мы все еще в Нью-Йорке. Назад. А мне сейчас придется заняться тем же. Тоже прокопать вверх и посмотреть, куда я докопался. Мощно. Глубоко слишком. А мне пока нормально здесь. Гранит строится. Я пока еще даже не придумал, каков у меня будет идти. Фугас мне в глаз. До дома еще далеко. Ну как далеко? Надо теперь сворачивать. А где этот проход, собственно? Я что-то... Блин, я потерял место, откуда выкопался только что. Сверху нормально, ты, конечно. Надо. А, вот он. А, вот он. Вот оно, вот оно. Ура! Ура, боже, да. Боже мой. Хотя не ура. Так, здесь, наверное, вот такую, да? Нормально, я, блин, нормальным делом я, блин, занялся. Копать вход. В Нарнию. Блин. Зато булыжника сейчас будет, ой-ой-ой, как много. Слушай, скорее, мне сможешь подогнать? Скорее всего, даже тебе хватит. А то у меня вообще все кончилось. Я еще 5 железкой взял. Так, нитку я выброшу. Нитку оставил бы лучше. Ну ладно, что бы мне выбросить тогда? То, что менее важное. Вот подсолнух тогда выброшу. Вообще идеально. Нам эти подсолнухи вообще не упали. Опять за деревом идти, ёлки-палки. Так, прокопаем вверх и посмотрим еще раз, куда докопал я. Пингвин, блин, какой-то прям ты. Диорит. Опа-на! Нет, нет. Так, понятно, в общем, ствол типа сносите сами, да? Ладно. А, до дома, до дома докопал я. СМС-ка пришла. От чего СМС-ка пришла? От дома, что ты до него докопался? РСЧС, блин, идите нафиг. О, ура, выполняем ХПшку. У меня кончились топоры опять, походу. Я опять потерял этот.
ход свой. А ты можешь так терять-то легко, а? Он маленький, в один блок же всего. Так ты ж, блин, не в поле где-то, где все прячется. В траве, не знаю, какой-нибудь. Там. Сверху надо смотреть. Да что ж такое, я не могу на дерево залезть. Ладно, на это могу залезть. Интересно, где же ты копаешься-то, мне интересно, где этот тоннель? Вот я сейчас пытаюсь найти его. Куда я задевал этот проход, блин? А, вот он. Вот он, смотри. А где вход-то дальше есть? Походи, дальше, вот. Вот я дальше сижу, копаю, блин. Ну ты иди прямо, веди меня, куда ты ведёшь. Так, надо мне расчет тут сделать. А где это ущелье-то? Ущелье где-то там, куда я смотрю. Вон там где-то. Может, ты покажешь мне, нет? Ну, там, короче, водоем. И там пещера прям в нем. Ты еще не докопался, что ли, до ущелья? Да, я из ущелья копаю сюда. Нормально так. Так, здесь гранит дальше пошел. Ага, я нашел этот тоннель. Классно. Его бы расширить и осветить, по сути бы. Так, поворот. О, здесь освещение есть, но маленький. Скажи честно, на какой пень ты завернул два раза? Если здесь по прямой можно было копаться спокойно. Вау, нифига тут, конечно. А потом... Ну как два раза? Потому что там, куда я сначала копал, там везде была вода. Так, вот отсюда сколько блоков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально. Так, ты выкопался уже. Так, слушай, ночью надо бы поспать, я считаю, чтобы день настал. Сейчас, секунду. Сейчас я загашу, короче, паука. Два, три, четыре. 5, 6. Всякий бардак. Сюда. Сюда. Сюда его. Значит, если я буду копать куда-то сюда, я найду этот самый проход здесь. Блин, здесь много этого диорита. И как я узнаю, какой из них ведет к моему проходу, меня песком придавило. Боже, вот как ты так можешь, а? Нет, Давай быстрее, пожалуйста, день поставим уже, и я пойду дальше строить дом. Поберегён заживо. Давай поспим, а, сначала, пожалуйста. Да. Потом мне надо вернуться и вещи там свои вернуть. И потом уже... Вот, что день. А вот сейчас копайся, куда хочешь. Да. Песок. Я, короче, копал вверх, и на меня там песок тупо упал. Правило Майнкрафта номер 1. А что это за звук? Как будто свинозомби рядом. Я, кажется, понял, почему. Почему? Ты думаешь, свинозомби телепортанулся? А он, походу, через полтора. Через портал, походу, приперся. Я думаю, нет, потому что мы ни разу не ходили еще с тобой в ад. И на мини-карте нет никакого свинозомби. Ну, фиг знает. Вещи... Вот. О, вещи вернулись ко мне, отлично. Только потоп сейчас тут будет. А почему не все вещи? А, вот. Так, это получается... А, нет, не здесь. Блин, топор опять сломался уже. Так, не все вещи это. Классно. Вот здесь вот будет чердак, все. А, вещи там застряли. Вот тут. В песке? О, вот алмазный меч мой.
Вещи возьмешь? Давай вылезай же, еб... Ой, чуть не утонул. По-моему, я слишком далеко прокопал. Так. Крабы. Да, я слишком далеко копал. Блин, клубоки опять кончились. Вот он. Наконец-то. Все, готов проход. А теперь ты его нормально сделай, все. Надо что-то выбросить из инвентаря сначала. Песок нужен нам? Нужен еще. Палку тогда выброшу. Ко мне в инвентарь его принеси. Вот это. Сейчас сначала проверим проход на работоспособность. На базу. Так называемую. Работоспособность. А еще у тебя главное, топорика чтобы не сюда будет для меня? монстры не упали. Топорика не найдется? Есть, но уже в плохом состоянии. Блин, мне дуба надо тогда набрать где-то. А, вот он, мой хлеб. Вот, а вот и проход в ущелье. Отлично. О, еще есть ресурсы, это потрясающе. А, то есть уже конец, да? Здесь освещение надо сделать. Так, еще здесь, 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 вот здесь. Шикарный вот проход, здесь. блин, я сделал. Жаль, двери нету. Ай, факела кончились, есть факела? Один всего. Жалко. Ой, чуть не упал прямо в ущелье в это. Надо, короче, взять ведро и сделать спуск нормальный здесь. Или лестницу. Спуск из воды сделаю. Это дешевле. Или поищи где-нибудь лестницу. Ну. Кому так? Ну, мне там, кстати, получается сосны. Сейчас только надо подумать, как крышу здесь свести. Правильно, в одну точку как-то. Слушай, а давай когда-нибудь прямой эфир проведем. Стрим? Только в какой игре? Где? По Майнкрафту, конечно же. Я боюсь, что Майнкрафт может сильно тормозить на стриме. Ну, просто говорю, как вариант, может так быть, что попробовать. Я сомневаюсь, что у нас это получится. Ну, потом найдем какой-нибудь праздник, не знаю, там. Или просто день выберем. Попробуем. Железо готово, железо расплавилось. Есть ли у меня еловые доски или есть еще вообще? А напомни как... Кого? Погоди. Золотой сундук. Золотой сундук, надо железный сундук обложить золотом. Я уже сделал это.
Да, ты уже с сундуками прогрессируешь, а я еще даже не начинал. Я тебе один железный могу дать. Да пока не нужно. Здесь надо так, здесь надо заткнуть дырку эту. А то Блин, у кто-нибудь тебя железо упадет в нее. имеется? А то кто-нибудь из нас упадет в нее и разобьется. Железо не найдется, я спрашиваю еще раз. Железо плавится в печке, у меня можешь взять, если хочешь. Мне надо два топора. Так, печка, где печка, блин? Так, о, у тебя есть железо. О, реалмит, у меня тоже есть реалмит, 9 штук. Ты реалмит у меня только не забирай. Я просто говорю, что у меня он... Да. Там в другой печке плавится железо сейчас. Да я в эту... Ой, случайно, сорян. Так, я сейчас отправляюсь в еловый лес. Так, палки Мне есть, нужен... все прекрасно. Мне нужно еще немного ели. Чтобы сделать потолок на третьем этаже и, соответственно, пол чердака это тоже. Эх, а мне надо дуба сходить, залутать. Слушай, а золото нам надо же, да? Золото, ну не знаю, мне сильно не надо. Не знаю, как насчет тебя. Ну где эти? Топорик починим. И заодно место в инвентаре освободим. Ну не идут, нет у меня. Давай, давай, иди сюда. Давай, 17 хп у тебя осталось. Так, черная лава. Это смола горячая. Да. Вот какой ужас будет, если умереть в лаве или в этой черной лаве, смоле. Мне кажется, мало разницы. Все вещи будут просто потеряны тогда. Золота нету. Без возможности вернуть их. О, золотишко. Золотишко это хорошо. Так, все, вроде больше не нужно мне. Я на золотые сундуки пока Запрошусь откладываю. Запрошусь обратно на холм. А ты поди опять в подвале. А, нет, не в подвале хоть. Был. Только 10 штук всего. Так, я дальше за этим пошел, за дубом. Капец, сколько дуба у меня просто уходит просто на этот дом. Жесть какая-то. Да. Он просто один за другим улетает дуб. А где мой шлем? Куда делся мой шлем? Я не знаю. Я не трогал. Он исчез при смерти, но, по-моему, я его подбирал. Или, может, я еще раз потом умер? Не знаю. Может, что-то я не припомню. Я не помню, точнее. Так, все. Еще дуба наберу на всякий. А лучше дуба побольше бы. Скорее бы уже карьер построить, потому что мне надо крышу строить скоро, а у меня не из чего крышу строить. Вот реально обидно получается. Огромный такой дом получается, кстати, заметил, да? Да. Я вон с балкона смотрю. А мы вот эту базу будем разбирать, нет? Зачем? Да зачем разбирать, пусть будет. Я бы на этом месте хотел бы это для животных какой-нибудь загончик поставить красивый. А что, другого места нету? Нет. За домом будет теплица или здесь будет теплица. Давай спать. Ну ладно, посмотрим насчет этого. Сколько уже серия идет? 34 минуты. Минут 5 еще и закончим. Так. Я смотри, короче, решил что сделать. Вот, все, красота. Блин, надо факелов. Можешь сделать факелов, пожалуйста? Ладно, сейчас. Да мне факелов бы надо. Да,
Так, у меня, короче, стак и один. 65 факелов я сделал. Прекрасно, мне надо как раз все это количество. Все это тебе надо, а мне не надо? Нет. Поровну делить будем. Так, нужна еще земля будет. Поднимись ты сюда. Подожди, я, ну как я тебе там поднимусь? У тебя там лестница есть? Вообще-то есть так-то. Зайди в Сейчас дом. посмотрим. Заходи в дом. Подожди, я тут делил факела по-братски. И вот здесь вот лестница, когда поворачиваешь, вот ты вроде верно Ммм, идешь к лестнице. прекрасно, прекрасно, хорошо, У неплохо. меня хоть лестница есть. В отличие от тебя. Вот, держи. О, В на тебе. смысле, в В отличие от смысле? меня, у меня лестница уже давно есть. Да так, шутка. Шутник хренов. Оп, я на крышу склада даже перепрыгнуть сумел. Кстати, что насчет склада, надо будет еще для него крышу строить. Боже мой, да? Дуб. Я не знаю, хватит ли мне сейчас этого количества дерева. Блин, упала я. Опять за золото бегает. Так, земля То есть упала два туда метра, кстати, вниз. хорошие. Ну и пофигу. Не, землю не жалко. Да ёп. Ай. Блин, как это неудобно, а. О, золотишко Блин, я же есть. не выйду отсюда. Почему? Не выйдешь. Потому что это балкон. Строительные леса разбирать нужно. И какого переносить дня? их. У меня в погребе монстр заспавнится, усумели, Макс. Да, блядь. Прикольно, прикольно. Монстры заспавнились у меня в подвале. Будет Каким-то плохо, чертом. если это крипер. Так там и есть крипер, там сколько? Он же тебе все Паук там нафиг разнесет, вроде. блин. Ничего, сейчас мы подождем, пока И он ущерб пропадет я отсюда. тебе не возмещу этот. Потому что это не я сделал. Эх. Может, они хоть сюда поднимутся, чтобы я их загасил хотя бы. Боже, я ненавижу криперов. Вот кто их придумал, а? Ночь. Жалко, нельзя этот сделать, как его, мод поставить, чтобы криперы не спавнились. А ведь ночь хотел изначально просто свинью сделать обычную, а получился крипер. А там ошибка, по-моему, в коде произошла. Да. О, серьезно, у меня песня из Брат 2 играет. Как офигенно. Вечно молодой, который. Песня называется. Вечно молодой. Тридцать И восемь штук сколько? Чего 38 штук? ступенек. У меня ресурсы очень быстро заканчиваются. Строите, теперь я делаю строительные леса с обратной стороны дома. Думал, не пригодятся. Но в итоге все-таки они мне пригодятся. Придется, да? Сколько у меня ресурсов уходит на этот дом? Мне кажется, что у нас скоро может дождь пойти, потому что облака какие-то огромные, смуглые какие-то такие. У меня вообще облаков нету. А, у меня, наверное, не в настройках отключены. Чтобы FPS сильно не жралось. Не знаю, мне нормально, мне не лагает от облаков, Вот. отлично. Так, вот так нужно их ставить. Это моя микроволновка, наверное, еле тянет. Шучу.
Вот этот этаж более-менее нормально освещен, я считаю. Так, ну сюда вообще полными блоками я собираюсь застраивать крышу вот такой. Так, все, ступеньки кончились. Я пока буду делать потолок здесь. Так, ну здесь будет камень. Факела нужны мне. Камень. Тебе не найдется камушка? Пока нет. Свободного пока не найдется, все в обороте. Нормально, у меня тоже так. Я решил крышу склада пока достроить. Заметь, я уже два этажа почти сделал. Каков, молодец. Пока ты свой дом строишь. У меня скоро будет этот... Стоп. Мне стоит только крышу поставить. На чердак, похоже, места не хватит. У меня дом будет готов, если я сейчас крышу закончу. Но на крышу мне надо камня много. Которые брать неизвестно, блин, где. Придется. Да ёлки-палки. Напрыгайте на крышу. Чё-то какой-то просчет я что ли сделал, потому что чёрта для чердака места совсем мало. Может, просчитался где-то, бывает такое. Наверное. Но, впрочем, дойдем еще до этого, посмотрим. Ну, для какого-то чердака хватит места, но не для такого большого, как тот, который я когда-то тогда делал. Да, все-таки еле не хватило для целого потолка. Ну, точнее, его может хватить, когда я разберу те строительные леса. Так, ну паук деспавнился уже потрясающе. Так, Лёха звонит. Предлагаю серию закончить. Алло. Да. Здорово. Да, видео тут с Андреем снимаем сейчас. А чё? А, нет, сегодня не буду, извини. Я не хочу еще раз до 2 часов ночи стянуть. Мне завтра в спортзал. Да не хочу, я сколько уже сегодня играл, блин. Без меня сегодня поиграете. Ну, я не хочу сегодня уже. Я сегодня... Насиделся уже. А я сейчас приду. Давай, ладно. Алло. Сейчас помою. Так, продолжаем. Делаю ступеньки новые. Заколебали. Лёха говорит, пойду ли я с пацанами играть в викторину, в свою игру какую-то онлайн. Я говорю, нет, не пойду, я сегодня насиделся уже. Ну что, предлагаю закончить серию? Так, я сделал 16 ступенек, сейчас я их поставлю и закончим. Ну все. Камня нет нифига вообще. Ну, тогда пока а, лестница, а, тут лестницы нету. Бегающее золото. А, да ты задолбался своим бегающим золотом. Ай, я огребаю. Короче, еле не хватило. А хотя эту можно разобрать. Ой. Ай. Было больно. Да. Они меня сейчас загасят.
вниз. Да. Так. Так, первый готов. Крышу задел. Второй готов. Да, не получится тот самый крутой чердак. Что-то я сделал не так. И все равно не хватило дерева. Ладно. Давайте закончим на этом серию с... А, еще стекло давайте поставлю. Все, стекла есть, отлично. С вас Айкос, подписывайтесь на нас, эпичные видосы, подписывайтесь на стримский канал, влоговый канал, свадьбу ВКонтакте и всем пока. Пока, да.